Питьевая вода – большая ценность. Однако мы позволяем себе роскошь плевать ею сад и вообще использовать не по назначению. Экономичной альтернативой может послужить колодезная или дождевая вода. А иногда вода оказывается у нас в избытке. Например, в котловане после дождя или в подвале после наводнения. Идет ли речь об осушении, орошении или снабжении дома водой для хозяйственных нужд? С насосами Гардена все это реализуется очень просто. Дренажные насосы Гардена удаляют воду оттуда, где она вам не нужна. Насосы для грязной воды легко справляются с самой грубой работой, перекачивая воду с частицами грязи диаметром до 38 мм. Насосы для перекачивания и выкачивания чистой воды могут быть оборудованы внешним поплавковым выключателем или инновационным выключателем Гардена Аквасенсор. Аквасенсор включает погружной насос автоматически, как только уровень воды превысит 5 мм. Насос работает, пока остаточный уровень воды не снизится до 1 мм. Уровни воды для включения и выключения насоса могут устанавливаться независимо друг от друга. Благодаря оросительным насосам Гардена вы можете оптимально использовать и альтернативные источники воды. Высокая производительность и надежность. Насосы для резервуаров с дождевой водой, оборудованные реле сухого хода. Орошение может быть таким простым делом. Подвесил, подключил и поливай. Насос комфорт-класса автоматически включается и по окончании полива автоматически выключается. Это продлевает срок его службы и экономит электроэнергию. Эти высокопроизводительные изделия допускают даже использование дождевателя. Насос занимает мало места при хранении, его легко транспортировать. Садовые насосы Гардена имеют двойной выход. Например, для одновременного использования дождевателя и штанги-распылителя. Модели комфорт-класса располагают встроенным фильтром тонкой очистки воды, предохраняющим насос от загрязнения. Оптимальная безопасность обеспечивается уникальной функцией Гардена Safe Pump. В случае сухого хода или при работе на закрытый кран насос автоматически отключается, предотвращая возможные повреждения. Бензиновая мотопомпа Гардена предназначена прежде всего для мобильного использования в районах, не имеющих электроснабжения. Погружные насосы высокого давления Гардена поднимут воду и с большой глубины. Благодаря малому диаметру корпуса скважинные насосы помещаются даже в очень узкие скважины. Инновационные автоматические погружные насосы высокого давления обеспечат не только полив сада, но и снабжение дома водой для хозяйственных нужд. С помощью насосов для водоснабжения Гардена вы можете использовать воду для хозяйственных нужд в доме и в саду. Эти насосы автоматически включаются, когда нужна вода, а затем снова выключаются. Автоматические напорные насосы Гардена особенно компактны и просты в обслуживании. Высокопроизводительные мобильные насосы с двойным выходом можно использовать в саду или стационарно в доме. Инновационный многофункциональный дисплей подробно информирует вас о параметрах работы насоса, например, о расходе воды, давлении, общем и частичном объемах перекачанной воды. Интеллектуальная система диагностики дает указания по быстрому устранению неисправностей, если, например, подтекает кран или засорился фильтр. И все это на 24 языках, включая русский. Стиральные машины и системы микрокапельного полива также могут питаться от таких насосов благодаря встроенной в них программе малого расхода воды. Встроенный фильтр тонкой очистки и защита от перегрева и сухого хода обеспечивают всем автоматическим напорным насосам Гардена многие годы бесперебойной эксплуатации. Станции бытового водоснабжения Гардена идеальны для стационарной установки, в
качестве компонента вашей системы водоснабжения. Фильтр и автоматический обратный клапан уже встроены, что существенно упрощает запуск насоса. В режиме ЭКО вы экономите до 15% электроэнергии. Гидробак не требует добавления воздуха в течение 5 лет, и у вас есть с напорной стороны 3 выхода. Так обеспечивается одновременное водоснабжение нескольких потребителей. Если в источнике закончится вода, функция «Термостоп» предотвратит перегрев насоса, а функция «Автостоп» защитит насос от работы в сухую, предотвратив возможные повреждения. Артезианская или дождевая вода достается бесплатно. Ее можно использовать для полива сада или для хозяйственных нужд в доме. Будь то осушение или орошение, из больших или малых резервуаров, под крышей или под открытым небом. Гардена для любой задачи предложит подходящий насос.